آداب الزيارة. Правила этикет посещения. الزيارة لابد أن تكون الزيارة تزور في وقت الزيارة، يعني لا تأتي في وقت متأخر أو وقت طعام أو وقت هو يتناول الدواء أو نائم. نعم. Из этикетов посещения является первое, что ты должен соблюдать время посещения. Не во время, когда люди принимают пищу, не во время, когда уже поздно, они легли спать и так далее. Это должно быть учтено. ولابد تستأذن قبل الدخول. Обязательно ты должен попросить разрешения, прежде чем войти. يعني ما تفتح باب تدخل. Не должен раскрывать дверь и забегать сразу. لابد تدق الباب. Нет, постучать сначала. كم مرة تدق؟ Сколько раз нужно постучать? ثلاث مرات فقط. Три раза только. فتح أو أذن لي بالدخول دخلت وإلا أنصرف. Если тебе открыли и разрешили войти, заходи. Если ты три раза постучал, не открыли, уходи. يعني ما يأخذ حاجة من الأرض يرمي. Не должен брать камень с земли и кидаться. أو يدق بقوة. Или сильнее начать стучать. أقول أنا أعرف هو في الداخل. Говорит, я знаю, не там, там. أو ينظر هكذا في البيت. Или смотреть глазок снаружи или мещей. هذا الفعل كبيرة. На самом деле это является великим грехом. لا تنظر حتى ولو كان هذا يعني وحده يعيش في البيت ليس مع زوجة. Не смотри, не подглядывай, даже если он один живет и нет у него семьи и жены. تسلم قبل الدخول. Когда заходишь, перед тем как зайти, дай салям. تقول السلام عليكم. Скажи мир вам. لا تدخل على غير المحارم النساء. Ни в коем случае не входи к женщинам, с которыми нет мужчин. عندنا تهاون في هذا الباب. В этом вопросе очень многие допускают оплошность, легко относятся к нему. من هذه التي تتكلم معها؟ قال هذه زوجة أخي. А кто это та, с кем ты сейчас разговаривал? А это жена моего брата, и все легко. زوجة أخوك هذه محرمة عليك. كيف تتكلم معها؟ تدخل عليها. Жена твоего брата запрещена для тебя. Как ты входишь к ней и разговариваешь с ней? أقارب الزوج هؤلاء الموت. Пророк صلى الله عليه وسلم в одном из хадисов сказал, что вот эти близкие люди к мужу смерть сказал, это гибель. نعم. لا تختلط بالنساء. Не надо смешиваться с женщинами. ولا تتكلم مع المرأة إلا في الضرورة وبكلام يعني ليس فيه ليونة يضحك معها ويمزح معها. نعم. Не нужно разговаривать с женщинами, кроме как при необходимости. И даже когда разговариваешь при необходимости, соблюдать серьезность, не шутить, не флиртовать, не смягчать свои речи и так далее. إذا دخل إلى البيت لا يجلس أمام الباب يعني لا يجلس هذا باب البيت ولا يجلس هكذا حتى ينظر ماذا عندهم في الداخل. نعم. Да, то есть если ты зашел кому-то в гости, не садись напротив двери для того, чтобы потом высматривать, а что там происходит, кто там ходит и так далее. نعم. وإذا قدموا له طعام لا يعيب الطعام. Если тебе преподнесли еду, никогда не ругай еду. تشتهي الطعام كل. إذا لم تشتهي لا تتكلم عن الطعام. Если ты хочешь, пожалуйста, ешь. Если ты не хочешь ее, ничего не говори, оставь. وأيضا لا تسأل هناك أشياء لا يسأل عنها. Не спрашивай о таких вещах, о которых не спрашивают обычно, то есть неприличных каких-то вещах. يقول كم عندك في حساب في البنك؟ Допустим, спрашивай, а сколько у тебя денег в банке на счету? كيف شكل زوجتك؟ А примерно как твоя жена выглядит? ماذا تصنع في البيت؟ А что ты делаешь дома? كم تعطي الزوجة مال؟ Сколько ты денег жене даешь? كيف تعرفت على الزوجة؟ А как вы познакомились с женой? لا تسأل عن هذه الأشياء. Не спрашивай такие вещи. اسأل عما ينفع. Спрашивай то, зачем последует польза. ولا تبقى يعني تتطلع في أشياء هي ليست لك. يعني هو ينظر مثلا يقول والله ما شاء الله هاتفك جميل والله يا أبو عمر لو تعطيني هو هدية جزاك الله خير الله يبارك. من أين اشتريت هذا؟ أنا أريد واحد مثل هذا. هذا آيفون جميل جزاك الله خير. نعم. То есть не спрашивай, говорит, о вещах, которые тебе не принадлежат, как, допустим, о, этот телефон твой, да, где ты его взял, какой красивый, если и так далее. لا. إذا رأيت نعمة على أخي عند أخي. Если ты увидел, что Аллах оказал милость твоему брату, ماذا أصنع?
Что я должен أدعو сделать? له بالبركة. В первую очередь попросить бараката за يقول него. الله يبارك لك فيها. Сказать, о, пусть Аллах баракат тебе بارك в этом الله даст. لك في iPhone. Аминь. Пусть Аллах даст тебе баракат в своем نعم телефоне. تدعو له بالبركة. Ты должен воззвать с мольбой لا تقول أشهد من فين لك هذا التليفون. Не должен говорить, о, это что, как, откуда. لا تدعو له بالبركة. Нет, попроси дуа Аллаха с баракатом.